миллион до этого самого, до 1 апреля. До 1 апреля? Ну, как по книжке. За 3 месяца. Причем, в отличие от нее, у меня есть более упрощенная задача. Мне не обязательно наличными. Я могу и сама взять без знала. Начал сейчас собирать команду. Или изображение. А? Звук или изображение? Это. И звук, и изображение. Надо есть приличный метод. Да ладно. Руками не запихивать в рот. Ну вот, это хорошая книжка как раз. Для твоей ситуации. То есть решение у тебя уже есть, да? Ну, решение есть, я уже начал, приступил к исполнению. И как? Как приступил к исполнению? Ну, стал собирать команду и выбираю сейчас. Ну, то, что по этой книжке еще нужен наставник. А. На это дело. Понял. Живое в теле и в мясе. Ну, там же бизнес она делала. Там она делала бизнес. То, что они позволяют заработать миллион, это продать миллион штук, допустим, того же фирма. По, ну, там даже если по 10 долларов, ну хотя бы 100 тысяч. 100 тысяч человек по 10 долларов, хоть и уже миллион. Ну да. То есть, в принципе, не такая сложная задача. С одной стороны, да. С другой стороны, сейчас рынок загружен. Ну, 10 долларов – это не те деньги, о которых можно говорить. Потому что я еще там поучился у некоторых людей. Они говорят так, что если конкуренции нет, то нечего там делать. Деньги можно заработать вот там, где есть конкуренция. А. Потому что если этим никто не занимается, то лучше этим не заниматься. Пусть кто-то развивает новое. Да. Если кто-то занимается, этот рынок уже есть. Раз кто-то этим занимается, то, соответственно, тут вот еще как бы у меня что идет. Там, допустим, управление эмоциями. Вот. Тут сейчас вот обучаю. Старые люди нашли, ну, вернее, старые клиенты. Ну, вот, обучи там мальчика 19 лет, обучи его управлять эмоциями. То есть тоже, что хорошо идет. Ну, реально у меня, допустим, управление эмоциями идет очень хорошо, у самого. Ну, вот. Ну и плюс обучение других. Я вот его сейчас снимаю на видео, чтобы был как показатель, какой он был. Да, и каким станет. То есть ты хотел бы на семинарах продвигаться? Да. Ну, потому что реально, допустим, даже во время бомжевания я питался в ресторанах и ходил на тусовки. Это как же? Я тебе фотографию покажу. Есть байк-клуб в Москве. Ну, вот когда ты едешь, раз, там мотоцикл такой стоит. Да. Ну, вот я там, соответственно, зажигал. Без денег. Ну да. Причем так зажигал, что строитель, который там это дело проводил, приглашал мне еще приходить обязательно. Несмотря на то, что у меня были рваные туфли. И, ну, все одеты прилично, а я вот такой свитер. Мягко говоря, вонючий. Но так как там немножко атмосфера такая затхлая, поэтому, ну, старался к людям особо близко не подходить. Но они все равно подходили, а потом уже. А что там за клуб-то? Ну там байкеры, то есть мотоциклисты собираются. Но. А продвинутый менеджер есть такая организация. Но. Фармакологов.
Вот. Она проводила мероприятие. Ну а так как я член этой организации, то меня, соответственно, тоже даже пригласили. Я туда пришел, думал, там что-нибудь. А потом думал, раз кто пришел, так пришел, что-нибудь там поделаю. Ну, чтобы поделать так, что все было хорошо. Плюс проникал. Ну, каким образом питание в ресторане? Без воровства, без этих самых. Ну, все по-честному. Ну, или почти по-честному. Что я имею в виду почти по-честному, это... Ну, выставка проходит, а после выставки идет, ну, сборище от тех, кто идет на выставку, собираться, чтобы там это, ну, обсудить. Ну, такое закрытое совещание. Просто подходишь тупо к учредителю этого дела и говоришь там, не... Ну, было даже так, что я только подхожу, о, у вас пригласительные. Я, да, у меня нет пригласительного. Ну вот, возьмите. Он мне дает пригласительные. То есть я вообще не говорю без слов. Я просто, как говорится, подхожу, и мне дают пригласительные, чтобы я отдал охране, так сказать, ну, чтобы все хорошо. Ну, там охрана на входе, все. Ну, и, соответственно, общался с бизнесменами там, с хозяевами бизнеса там и так далее. Ну и плюс поездки там по России, когда, как говорится, полный отрыв, где своих нету. Ну, здесь худо-бедно Москва уже, я здесь 78 года считаю, ну, больше 30 лет. А там, чтобы вообще было никого, ноль, все чужие. Да. Поэтому реально, то есть, ну, год прошел, Анжелика Чена меня ругается. Ну, я с ней как бы прав. Она говорит, иди там, зарабатывай хотя бы 30 тысяч рублей. Я говорю, понимаешь, при наличии вот этих вот долгов, которые есть, 30 тысяч рублей, ну, из-за чего у нас основное рассогласование, да? 30 тысяч рублей, ну, погоды не делают вообще. Когда речь идет о 17 миллионов, да, там, ну, просто нереально. То есть надо что-то, какие-то шаги предпринимать, которые решат этот вопрос. Просто зарабатывая по 30 тысяч рублей, это, ну, ни о чем. Ну, да. Потому что реально все равно выбросят, это самое, выбросят на улицу, как мне там. Ну, по идее, пенсию не должно вообще там трогать, или хотя бы там больше 50%. У меня пенсию взяли всю, да, то есть. Поэтому с нашим законом, как говорится, что там спорить. Крутая ситуация. Поэтому у меня немножко ситуация похожа на Анжелики. Я говорю, давай. Я говорю, что мне нужна твоя помощь? Ну и как бы я то, что говорю, что ты мне организовал как секретарь. Она хочет, чтобы ты ее организовал. Нет, я хочу, чтобы она меня организовала, чтобы я вот это не отвлекался на этих налево-направо. Не давать я дело. Потому что вот с этими. Ну, с теми же продвинутыми менеджерами, да? То есть надо было после них еще провести встречу там как. Ну и теперь это дело монетизировать, во. То есть все хорошо, все понравилось, да? Ну, я понравился им и так далее. Ну, а теперь это дело перевести в деньги. Вот, или... Да. Ну, да, я опять не дает. Понял. Чайку надо взять. У нас сидим много. Надо, чтобы чай.
зелененький. Че еще кушаем? Кушаем, спасибо. Кушаем. Я понял, как. Ну, интересно. Через 30 минут. Здрасте. Чайничек зеленого чая, пожалуйста. Хорошо, у нас есть жасминовый, женьшеневый, молочный лимон, китайский лимонник. Надеюсь, какой? Какой ты хочешь? Давай молочный лимон. Молочный лимон. Хорошо. Да, я понял. Я понял. Сейчас. Что-то принесу. Она не хочет быть секретарем. Анжелика не хочет быть секретарем. Да, она не хочет. А я ей просто плохо объясняю. Иди работай. Она тебе, да? Ну и как бы, да не, ну реально как бы взаимопонимания нет, из-за чего, собственно, уходил. Вообще. Ну, другое, я понимаю, что взаимопонимания нет, потому что мужик, по идее, должен приносить деньги, тем более, когда вот в этой ситуации. Финансовую яму сползли. По идее, надо выбираться. Да. Ну, я как бы за то, чтобы ползли вместе и выбираться вместе. Тогда, когда уходил в бомжевание, думал, что так выберусь хотя бы, чтобы там, но... Что-то организации не хватает, организованности. Хотя организованность у нас зависит реально только от меня. Особенно, ну, я реально посмотрел, ушел, ну, в отрыв, в одиночку. Реально сам себе хозяин. Да, там никого нет. Ни семьи, ни детей. А привычки-то все равно остались. Организованность не прибавилась. Организованность реально не прибавилась. Ну, может, и прибавилась там капелюшку. Во всяком случае, если смотреть на организованность с точки зрения результатов, с точки зрения результативности, да, результата нет.